Финская компания HMD, которая теперь владеет брендом Nokia, представила смартфон Nokia 6, работающий на операционной системе Android 7.0. Это первая модель компании, выпущенная на этой платформе. К сожалению, пока она будет эксклюзивно продаваться только в Китае, где ее стоимость составит около $250. Смартфон Nokia 6 выполнен в корпусе из алюминия 6000 серии и оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, прикрытым защитным стеклом 2,5D Gorilla Glass. Кроме этого, в устройстве используется процессор Qualcomm Snapdragon 430, работающий на частоте 1,2 ГГц, а за обработку графики отвечает чип Adreno 505. Объем оперативной памяти в Nokia 6 составляет 4 ГБ, а встроенная 64, и при этом есть поддержка карт памяти microSD. Смартфон также оснащается сканером отпечатка пальцев и стереодинамиками с поддержкой технологии Dolby Atmos. 16-мегапиксельная камера в Nokia 6 имеет диафрагму f2.0 и оснащается фазовым автофокусом. Фронтальная камера в устройстве 8-мегапиксельный аккумулятор в Nokia 6 имеет емкость 3000 мАч. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.